12 июня в городском доме культуры состоялось традиционное чествование одаренных детей и талантливых педагогов Славянского района по итогам 2014-2015 учебного года «Созвездие талантов». Кто стал героями праздника на этот раз, смотрите в первом материале выпуска. Главные виновники торжества – школьники, лауреаты, призеры краевых, творческих и интеллектуальных конкурсов, победители и призеры предметных олимпиад краевого, всероссийского и международного уровней. Все они стали в этот день звездами в области науки, культуры и спорта. О многих из них мы уже не раз говорили в программе «События». Так, немало побед нашему району принес воспитанник станции юных натуралистов Ростислав Шубинок, призер всероссийских юношеских чтений имени Вернадского, победитель второй степени международного конкурса исследовательских работ. Уже несколько лет мы с моим научным руководителем занимаемся исследованием озера, которое расположено в северном районе нашего города. И, в общем-то, с исследованиями этого озера, с работой по этому озеру мы ездили на конкурсы различных уровней, на всероссийские конкурсы, а также участвовали и в международных конкурсах. Сложно перечислить все испытания, через которые прошли наши юные земляки. Среди особо значимых – фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо», зональный этап предметной олимпиады школьников, учебно-воспитательный проект «Эврика», научно-практическая конференция молодых исследователей «Шаг в будущее». Юные интеллектуалы получили благодарственные письма главы района из рук начальника управления образования Виталия Титаренко. Очень приятно, что сегодня плеяду звезд наших творческих, наших спортивных вливаются те ребята, которые сегодня находятся на сцене трех наших сфер, трех наших отраслей культура, спорт, образование, которые единым сплоченным коллективом дают нашему району колоссальное преимущество и большой скачок в развитии творчества, спорта и культуры. В этот день награждали талантливых ребят не только в отрасли образования, но и тех, кто достиг высот на спортивном олимпе. Победителей и призеров чемпионаты первенств России, мира и Европы. А также награды получили ребята, которые прославили наш район в культурно-массовых праздниках. Воспитанники детских школ искусств города и района. Они достойно прославляют нашу Россию, Кубань и Славянский район. На площадках разного уровня, в соревнованиях разного вида мастерства. Конечно, в немалой степени достигнутые результаты – заслуга педагогов, наставников, учителей, которые передают свою мудрость, талант. По маленьким кирпичикам строят будущее детей и, веря в них, раскрывают дарования. Зал приветствовал тех, благодаря высокому профессионализму, самоотверженному труду которых ребята познают радость побед. Награждается Финяк Ольга Александровна, учитель начальных классов школы номер 8. Героями звездного праздника стали Даниил Ракчеев и Даниил Мушинский, победители в номинации «Спортивный успех года». А в номинации «Творческий успех года» победили Елизавета Бабич, воспитанница детской школы искусств имени Григория Пономаренко, и наш герой Ростислав Шубинок. Все ребята были награждены памятными знаками. Самым волнующим моментом церемонии стало оглашение имени «Педагог-легенда 2015». Титул был присвоен тренеру-преподавателю по легкой атлетике ДЮСШ номер 1 Александре Ольховневой, заслуженному работнику физической культуры и спорта Кубани. Неожиданно, я даже не это ответное слово, у меня ноги подкашивались. Я вот неожиданно было, честно слово. Спасибо, я за свою жизнь еще должна отработать, это как аванс, я считаю. В этот день в зале городского дома культуры зажглась не одна звезда, а целое созвездие талантов. Благодаря их трудолюбию и целеустремленности будут процветать наш Славянский район, Кубань и вся Россия. Надежда Неткачева, Александр Косицын, программа «События».